Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Астана қаласындағы қуатты өңір қуатты Қазақстан атты өңірлердің күндері аясындағы солтүстік Қазақстан облысының күндері. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции – Дни Северо-Казахстанской области в Астане в рамках Дней регионов. Сильные регионы, сильный Казахстан приурочены 25-летию независимости нашей страны. Солтүстік Қазақстан облысының Астана қаласындағы күндер аясында елорда тұрғындары мен қала қонақтарына өңірдің ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі, өңір жетістіктерін насихаттайтын түрлі көрмелер мен шығармашылық ұйымдардың концерттік бағдарламалары ұсынылатын болады. Бұл туралы толық ақпаратты қонақтарымыз береді. Қонақтарымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сейпілұлы Сапаров. Солтүстік Қазақстан облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы Жанат Ғаббасұлы Садуақасов. Солтүстік Қазақстан облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы Рустам Төлегенұлы Бекенов. Солтүстік Қазақстан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Наиль Камилевич Салиев. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Айдарбек Сейпілұлы, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Құрметті журналистар, біз ел тәуелсіздігінің 25 жылдығының қарсаңында бүгін осындай бізге мүмкіндік болып отырғанына қуаныштымыз. Сіздерге ризашылығымызды білдіріп, үлкен алғысымызды айтамыз. Бұл жылдар еліміздің экономиканың дамып, келісім мен бейбітшіліктің орнаған уақыты болды. Мемлекет пен бірге солтүстік Қазақстан облысы да дамып, өсті, көркейді. Елімізді мерейтойына жақсы жетістіктермен жеттік. Өз баяндамында басында тәуелсіздік жылдарына қол жеткізген негізгі экономикалық көрсеткіштерге қысқаша тоқтап өтсем. Тәуелсіздік жылдарында солтүстік Қазақстан облысының өнерлік жалпы өнімі 13 есеге артып 837 миллиард теңге құрады. Адам басына шаққанда өнерлік жалпы өнімі 20 есе артып, 1 миллион 700 теңгеге келді. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 34 есе асып, 2015 жылы 155 миллиард теңгеге ішкен жетті. Бұл осындай үлкен көрсеткіштер. Өндірістік өнім көлемі 167 миллиард теңгеге дейін артып, 1991 жылы 7 миллион теңге болатын. Ауыл шаруашылық кешеніндегі еңбек өнімділігі 3 есеге дейін артып, адам басына шаққанда 1 миллион 666 мың теңгеге құрады. Өнерлік жалпы өнімдігі шағын және орта бизнестің үлесі 25 жылдың ішінде 23% өсті. Облыста 3 миллион 300 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді осы 25 жылдың ішінде. Осы уақытта облыс бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 55 миллиард теңгені құрады. Бұл 90-шы жылдармен салыстырғанда 40 есе артық. Атаған көрсеткіштер өнердің тәуелсіздік жылдарындағы тұрақты дамуының айқақтайды. Бұның барлығы елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының және де халықтың ауызбіршілігінің арқасында болып отыр. Енді облыстық әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге қысқаша тоқталып кетсек. Как вы знаете, что Северо-Казахстанская область по праву на протяжении многих лет занимает почетное звание житницы страны. У нас производится треть республиканского урожая зерновых культур. В структуре валового оригинального продукта сельское хозяйство занимает 22%. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 9 месяцев текущего года составил 289 миллиардов тенге при индексе физического объема 106%. С начала текущего года в основной капитал аграрного сектора вложены инвестиции порядка 45 миллиардов тенге, что на 18% больше уровня прошлого года. В сельском хозяйстве занято третья часть экономически активного населения, это 109 тысяч человек. В текущем году посевная площадь составила 4 миллиона 375 тысяч гектаров.
в том числе зерновые 3 миллиона 218 тысяч, масличные культуры 512 тысяч гектар и кормовые культуры 612 тысяч. Сегодня аграриями нашей области намолочено 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна с урожайностью 17,6%. В отдельных хозяйствах, передовых хозяйствах, урожайность достигает более 30 центнеров с одного гектара. В области имеется 52 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью 6 миллионов 600 тысяч тонн. За последние 5 лет мы построили 24 элеватора с емкостью более 600 тысяч тонн. Такого результата мы добились благодаря государственной поддержке. На субсидирование данной отрасли в этом году направлено порядка 31,5 миллиардов тенге, на 14 миллиардов больше уровня прошлого года. Проведена огромная работа по сортообновлению и сортосмене, по внесению минеральных удобрений. Вообще мы к весенне полевым работам готовимся с декабря месяца. В прошлом году, в декабре месяце, мы провели большое семинар-совещание с участием наших ученых и с приглашением ученых приграничных областей Российской Федерации. Это приезжали из Тюменской области, Омской, Курганской области. И там было принято у нас решение. Последние, как вы знаете, 2 года с погодно-климатическими условиями были проблемы. В связи с этим принято решение было уменьшить позднеспелые культуры, а наоборот увеличить средние раннеспелые культуры, поэтому сорта. Поэтому мы сегодня, раньше если было 40%, сегодня мы позднеспелые сорта уменьшили до 19%. В аграрном секторе широко используется передовая сельскохозяйственная техника, новые эффективные технологии и оборудование. За 25 лет завезено более 16 тысяч единиц высокопроизводительной техники на сумму 160 миллиардов тенге. Вот уже 2-й год подряд в уборочной кампании участвуют наши северокостанские комбайны «Сампа». Аграрии по достоинству оценили преимущества нашей техники. И это прежде всего качество, цена доступная и соответствует зарубежным аналогам. Благодаря новой высокопроизводительной технике сегодня сокращены потери зерновой культуры. В этом году в Петропавловске впервые выпущены трактора К-704 под брендом маркой «Батыр». Они также доступны по цене и также не уступают по многим техническим характеристикам других моделей. В настоящее время на этом предприятии планируется производить посевные комплексы. То есть у нас, может быть, со следующего года будут свои посевные комплексы. Также большим спросом пользуются опрыскиватели гербицидов, которые выпускает компания «Авагро». Порядка 500 единиц уже мы выпустили. В основном по Казахстану, во всех областях ее хорошо покупают. Также на заводе «Кастехпаш» предполагается производить К-744. Уже есть договоренность, подписано соглашение. Я думаю, уже с Нового года мы начнем эту работу. Как вы знаете, одним из основных отраслей сельского хозяйства является животноводство. Животноводство в отрасли в регионе последние годы получили большое развитие. Сельхозтоваропроизводители оценили выгоды разведения скота наряду с растениеводством. Это обеспечивает круглогодичную занятость людей на селе, поэтому эту работу мы активно проводим. Программа по развитию экспортного потенциала мяса КРС, на реализацию которой государством были направлены значительные финансовые средства, дала свои результаты. То есть с 2011 года из стран дальнего и ближнего зарубежья мы завезли порядка 11 тысяч поголовья племенного скота. То есть это породы ангус, герефорд, сементалы и лимузин еще. Созданы порядка 40 племенных репродукторов. Сегодня полученный маточный молодняк продается в крестьянское фермерское хозяйство. То есть мы проводим породное преобразование. Сегодня уже того мелковесного скота в населении нету. Все уже вес
больше, чем раньше было. В целом работает в области 14 крупных молочных комплексов. Сегодня с установки с доильным залом «Карусель», «Параллель» и «Елочки». Сегодня на этих молочных комплексах на одну фуражную корову достигает порядка 8 тысяч. Также большое внимание уделяется к переработке сельхозпродукции. В настоящее время в области действует 154 перерабатывающих предприятия. В регионе разработана специальная карта переработки сельскохозяйственной продукции. В ее рамках реализуется 62 инвестиционных проекта на общую сумму 191 миллиардов тенге. Это прежде всего переработка молока, мяса, производство муки и макаронных изделий, а также переработка масличной культуры. 9 проектов карты уже запустили мы. Реализуются проекты и в рамках иностранных инвестиций. К примеру, сейчас в Таиншинском районе строится завод по переработке масличных культур. Объект будет сдан в эксплуатацию накануне 25-летия независимости. Общая стоимость проекта 19 миллиардов. Будет создано порядка 500 новых рабочих мест. Эта же компания планирует совместно открыть агропромышленный парк, включающий в себе глубокую переработку зерновых культур, построить мясокомбинат, молочный завод и завод по производству комбикормов. Помимо этого, одним из важных проектов переработки – это сахарный завод. Строится сегодня в районе Шалакына. Объект будет сдан со следующего года. Мы провели пилотную, вырастили пилотную партию сахарной свеклы. Сегодня урожайность с одного гектара 50 тонн. Сахаристость сегодня достигла 23%. Как вы знаете, в южных регионах сахарную свеклу выращивают. Там средняя сахаристость 17-18%. Поэтому в этом направлении мы тоже работу продолжим. Аленде в областях индустриальных кешенедеда он курсит 4 байхалада. Область Мыздан завод Тарндада, энергетика, мұнай, газ, теміржолы саласына үшін жоғары сапалы бәсекеге қабілетті өнімдер шығаралады. Тұтастай алғанда, мәшине жасау кәсіпорындарының тапсырыс портфелі жыл басынан бері 1,5 есеге өсті, 35 миллиард тенге болды. Өңірде тоқтап қалған 41 кәсіпорынның жұмысын жандарту үшін жол картасы әзірленді. Бүгінгі күні бұл кәсіпорындарының 14-ті қайта іске қосылды. Қалғандары бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Біздің жұмысымыздың ең басты бағыттарының бірі инвестиция тарту. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев инвестиция арқасында біз білім, технология, тәрбие және ресурсқа ие бола аламыз деп болатын. Сондықтан ағымдағы жылдың 9 айында облыста 114 миллиард тенге инвестиция тарттық. Биыл өңірлік инвесторлар кеңесі құрылып, алғашқы рет Қазақстанда тіркелген 33 дипломатиялық өкілдік басшыларымен ресми қабылдау өткіздік. Екінші халықаралық Қызылжар Инвест 2016 инвестиция форумының қорытындысы бойынша 207 миллиард теңгенің 22 меморандумына мен келісіміне қол қойылды. Алдағы 3 жылда біз 460 миллион доллар көлеміндегі шетел қаражатын тартуды жоспарлап отырмыз. Біз ойлаймыз, бұның нәтижесі болса, экономикаға әжептәуір әсер береді деп. Ал енді кәсіпкерлік туралы айтатын болсақ, елімізде кәсіпкерлікті дамыту үшін барлық жағдай жасалған. Өнеріміздің, кәсіпкерлігіміздің тауарлары облыста ғана емес, елімізде де, Ресейдің де сауда орындарында сұранысқа ие. Кәсіпкерлер және өндіріс саласындағы жұмыстар жөнінде толығырақ басқарманың басшысы, индустриалдық инновациялық даму басқармасының Жанат Садуақасов баяндап береді. Ал енді әрмен қарай айтатын болсақ, вот одним из важных показателей, я думаю, региона – это строительство. В этом году в Северо-Казахстанской области строительные работы выполнены на сумму 38 миллиардов тенге. Прирост составляет 6,5%.
По итогам 9 месяцев текущего года введено более 60 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря государственной поддержке мы построили в 2 раза больше квартир по сравнению с прошлым годом и на 32% увеличим общую площадь вводимого жилья. Более 400 зданий в этом году возвели в регионе, из них 350 жилых. До конца года с учетом всех государственных программ будет введено 1011 квартир. Также большие задачи обозначены получением состояния сети автомобильных дорог. По их протяженности Северо-Казахстанская область занимает 3-е место, то есть 7,5 тысяч километров. Пока порядка 47% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. За 2 последних года наработан хороший технологический опыт ремонта дорог, применение ресурсосберегающих технологий позволили перейти от высокозатратных технологий к малозатратным, то есть методом холодного рециклирования. В 2016 году отремонтировано порядка 385 километров дорог. Также завершены строительные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Петропавловска. Теперь мы можем принимать самолеты всех классов. До конца года будут завершены работы по устройству светосигнального оборудования, по реконструкции пассажирского терминала. Уже с января 2017 года аэропорт начнет работать в полной мере. С ноября аэропорт Петропавловска будет выполнять регулярные рейсы в Астану и Алматы. Также мы планируем привлечь иностранные авиакомпании для открытия сообщения ближние и дальние зарубежья. Пока идет переговоры, я думаю, результаты будут. То, что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. На самом деле есть большой износ магистральных сетей. В 2014 году превышал 88%. Благодаря программе «Нурлы жол» и принятым мерам сегодня мы довели показатель снижен до 72%. Для дальнейшей модернизации коммунальных сетей привлечено средства Европейского банка реконструкции и развития и софинансирование с правительства. Я думаю, мы износ снижим до 60%. Аленда, құрметті журналистер, әрмен қарай әлеуметтік салаға көшетін болсақ, әлеуметтік салада да жыл басынан бері облыста 9 мыңға тарта жаңа жұмыс орны құрылды. Облыс бойынша жұмыссыздық деңгей 5.1% құрайды. Бағдарламаны жүзеге асыруға биылғы жылы 6 миллиард 400 миллион теңге беріліп отыр. Ал бұл өткен жылмен салыстырғанда 2.5 есе көп. Жыл басынан бері жұмыспен қамту жол картасы шараларында 5800 адам қатысты. Бірақ та оның ішінде 4200 адам тұрақты жұмыс орындарына орналасты. Жол картасы бойынша ағымдағы жылда 75 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылды. Сондай ақ 917 миллион теңгеге 325 несие берілді. Әлеуметтік жұмыс орындарына 298 адам жұмыс орналасты, ал жастар тәжірибесін өтуге 469 түлек жіберілді. Және де бұл салада айтатын болсақ, облыста 5 ауданда 135 пәтерлік жатақхана салынып жатыр. Биылғы жылы біз оны бітіреміз, сосын тапсырамыз. Что касается здравоохранения, одним из основных приоритетов государственной политики – это здоровье граждан. В 2016 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрено порядка 25 миллиардов тенге. На капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения в текущем году направлено порядка 638 миллионов тенге. В регионе функционирует центр крови, рассчитанный на 10 тысяч литров биоматериала. Успешно у нас работает сегодня кардиоцентр, в котором проходит лечение не только североказахстанцы, но и жителей приграничных областей Российской Федерации. Здесь проводит порядка 900 операций в год, в том числе 250 на открытом сердце.
Результатом работы стало снижение смертности от болезней кровообращения на 20%, от онкологических заболеваний 4,5%, незарегистрированных случаев материнской смертности от туберкулеза и смертности детей. То, что касается сферы образования, я понял, что время уже истекает, поэтому я постараюсь покороче. Сегодня охватом дошкольного образования у нас составляет 97%. Я думаю, к 2019 году мы обеспечим 100%. Для этого сегодня строятся детские сады. В этом году будем сдавать. На следующий год на основе ГЧП мы еще 3 детских садика сдадим. Поэтому эта работа будет проведена вовремя. Аленде, мәнеет саласын айтатын болсақ, мәнеет саласында да өте көп жұмыстар жүріп атыр. Әсіресе біз және ауылды жерге көп көңіл бөліп атырмыз. Кезіндегі құлап қалған клубтарды орнына келдіртіп, кітапханаларды ашып атырмыз. Үлкен көп жұмысы отыр. Ол туралы мәдениет басқармасының бастығы Рустам Төлегенұлы Бекенов айтып береді деп ойлаймыз. Жалпы спорт мәселесі де өте жоғары деңгейде өтіп атыр. Білесіздер, көптен тосқан біздің ледовый дворец салынды. Өзіміздің хоккейный команда құрылды. Былтыр бронзаға ие болдық. Сондықтан үлкен жұмыстар жүріп атыр. Арман қарай айтатын болсақ, енді уважаемые журналисты и гости города, значит, мы 22-23 проводим ярмарку возле, на площади возле Ханшатыра. Будет участвовать порядка 100 сельхозтоваропроизводителей. Привезли мы порядка 100 наименований на общим объемом 700 тонн. Поэтому приглашаем попробовать продегустировать нашу продукцию и купить. На этом я завершаю. Вам большое спасибо. Рахмет сізге. Жанат Ғабасұлы, келесі сөзді сізге ұсынамыз. Уважаемые участники брифинга, начну с того, что за 25 лет независимости наш объем промышленной продукции вырос с 7 миллионов тенге до 167 миллиардов тенге. Нами освоено более 2000 наименований различной продукции в промышленности. В текущем году промышленности объем производства составил 131,5 миллиардов тенге. С ростом 0,5%. Горнодобывающие тоже имеют рост 5,2%. Обрабатывающая промышленность занимает в структуре промышленности 71,3% и составила 94 миллиарда тенге. За 9 месяцев мы наблюдаем рост производства продуктов питания 6%, напитков 2,2 раза, легкой промышленности 5,5%, продуктов химической промышленности на 16%. В рамках антикризисной возможности Казахстана президентом с особым акцентом подчеркнуто увеличение вклада в обрабатывающую промышленность в экономику страны, в том числе машиностроение. Машиностроение у нас в области является ведущим в промышленности. На сегодня ими изготовлено 18,6 миллиардов тенге продукции. Флагманы нашего производства являются Петропавловский завод тяжелого машиностроения, АО «ЗИГ-100», завод имени Кирова, АО «Мунаймаш», которыми изготавливаются на сегодня и буровые установки, теплообменники, энергетического рода оборудование различное, вагоны-зерновозы, контейнеровозы, приборы автоматики и средства связи. Благодаря поддержке правительства в текущем году принята программа по финансированию вагоностроения. На сегодня АО «ЗИГ-100» начато производство вагонов, платформ. Положительный импульс в развитии экономики нашего региона внесла государственная программа индустриально-инновационного развития. За весь период реализации карты индустриализации нами введены проекты, 53 проекта на сумму 116 миллиардов тенге. Они занимают пятую часть в обрабатывающей промышленности долю. Ярким примером, одним из реализованных проектов является ТО «Радуга», комплекс по производству полиэтиленовых труб, металлических изделий, товаров народного потребления. Реализация проектов ТО «Радуга» освоила 80 наименований различной продукции с момента создания. Сейчас имеет 12 филиалов в городах Казахстана и представительства Российской Федерации. Акимом нашего региона Ерик Хазинович Султаном поставлена задача перед активом области по восстановлению простающих производств. На сегодня нами восстановлено за полтора года 14 предприятий с созданием новых 200 рабочих мест. Решение поставленной задачи невозможно также без эффективной реализации плана нации 100 шагов. Стержнем определены 5 направлений антикризисных и структурных преобразований, в том числе основы новой институционной политики. С момента обретения независимости в нашу область инвестировано 810 миллиардов тенге.
А по итогам 2015 года, как уже было сказано, по темпу роста мы заняли первое место среди регионов. Акиматом области проводится большая работа по привлечению инвестиций. Нами проведено 2 заседания региональных советов инвесторов. Организована встреча акима области с 33 руководителями дипломатических миссий. Проведен недавно 5 октября международный инвестиционный форум «Казажир-Инвест-2016». Разработан инвестиционная стратегия и журнал об инвестиционном потенциале нашей области. Заработал в пилотном режиме инвестиционный интернет-портал. Всего это позволило нам привлечь за 9 месяцев 114 миллиардов тенге. Реализуя поручение главы государства в области, продолжается целенаправленная работа по подписанию меморандумов межрегиональной кооперации. Нами сейчас заключены западно-казахстанская, восточно-казахстанская, атырауская и карагандистская областями. Эти меморандумы и межрегиональная кооперация позволят нам заключать конкретные договора и увеличение географии поставки нашей продукции. Эта работа в данном направлении продолжается. В текущем году благодаря целенаправленной государственной поддержке наблюдается динамичное развитие предпринимательства в области, которое обеспечит основу устойчивого роста экономики региона. Большие задачи в этом направлении поставлены главой государства в послании президента. В регионе действует на сегодня 28,5 тысяч субъектов предпринимательства. Каждый третий житель от экономически активного населения занят в данном секторе экономики. Вклад малого и среднего предпринимательства в валовый региональный продукт увеличивается с каждым годом. Если в 2007 году он был 19,6%, то на сегодня он 24%. К мере по повышению деловой активности предпринимателей однозначно необходимо отнести реализацию программ поддержки бизнеса. С начала реализации программы в области поддержано 827 проектов по дорожной карте бизнеса 2020. По инструменту субсидирования 610 проектов на сумму кредитного портфеля 55 миллиардов тенге. Выдано гарантии 163 кредитам на 2,5 миллиарда тенге. Подведена инженерная инфраструктура к 37 проектам на сумму порядка 4 миллиарда тенге. Выдано 17 грантов на сумму 53 миллиона тенге. Удельный вес сельских предпринимателей с каждым годом тоже увеличивается. Если смотреть 2014 год, то 33% было сельского предпринимательства в этой программе. На сегодня это 66%. Предпринимателям, получившим государственную поддержку в рамках программы, сохранено 9600 рабочих мест и создано 1000 новых рабочих мест. Таковы вкратце основные итоги работы предпринимательства и промышленности нашего региона. Благодарю за внимание. Рахмет. Рахмет, баяндамаңызға.